вернулся в Зимбру. Команда как молодая, вижу. Юные футболисты, которые хотят доказывать, хотят, я думаю, что хотят и выигрывать. Так что команда в порядке. Чувствую себя хорошо, тренировки проходят отлично, в хорошем темпе, разнообразие. Мне нравится. Ну, как всегда, ставим самые высокие цели. Я прежде всего для команды, а потом уже себе. Себе хочу, надеюсь, забьем как можно больше и сыграем хорошо. Вот, в принципе, приносить пользу команде. Это самое главное. А сборной? Ну, я всегда думаю о сборной, но если вызвать, конечно, я буду рад. Приходите болеть, заполняйте стадион, потому что без вас неинтересно играть. Еще без ковида, да. Приходите хотя бы, поболейте. Футбол, я думаю, будет хороший. Особенно на центральном стадионе.